Помидорчики наши подросли немножко, особенно на этой стороне. И здесь тоже начали. Здесь были маленькие, стали немножечко увеличиваться. Тюльпаны хорошо раскрылись. Сегодня стирка у меня. Ночи две были очень холодные. Собирается зацветать камнеломка белая здесь. В другом месте красные. Резуха хорошо зацвела. Пионы с бутонами. Огурцы. Эта груша видно, как цветет. У нее цветы крупные. А зимняя вишня. Ой. Вот эта груша видно, как цветет. Цветы у нее крупные. А вот у нас поздняя груша. Какую-то сунули вместо летней, не знаю, сорт. На ней цветочки даже не видны, но она цветет. Поздно она съедобная делается.